Все мы такие разные, но все мы вот уже много-много лет собираемся здесь, в Витебске, для того, чтобы порадовать нашего любимого зрителя на фестивале «Славянский базар». Я честно могу вам сказать, что я впервые вышел на сцену «Славянского базара», мне кажется, если бы пытался вспомнить, посчитать 26 или 27 лет назад. Мне было тогда лет 14-13, вот в этом возрасте. Я еще был в составе детского коллектива, называется «Непоседы», мы сюда приезжали. Уже позже я приезжал сюда как участник дуэта. И вот уже много лет приезжаю как сольный исполнитель. И с большим удовольствием выступаю перед вами, уважаемая публика. Вы просто замечательные, и вы так громко и так тепло встречаете. Огромное вам спасибо за такой радушный прием. Спасибо, Беларусь! Ну что, потанцуем немножко, чтобы не грустить, да или нет? Танцуем или нет? Руки в воздух, все, кто? Давай, что такое? Выше, вижу всех! Конечно. Ну а теперь народная. Какие же вы классные! Просто невероятно, друзья! Слушайте, на самом деле, я уже упомянул, что впервые на сцену «Славянского базара» я вышел очень давно. И также упомянул, что выходил когда-то в дуэте. Так вот, это уже было лет 20 с лишним назад. Ну, 20, ладно, окей. Смотрите, какой я старик. Маша, еще жене 20 лет. Слушай, Маша, головой, не старики. Я знаю. Да, ты можешь это попить спокойно, да. Ты скаковая лошадь. Вот так сказал. Без водички. Так, друзья. Ты мне погорячей не мог налить еще? Ты обжегся, что ли? Ваше здоровье, друзья. Так вот, когда-то я был в дуэте, лет так, 20 назад, и этот дуэт приезжал на «Славянский базар». И сейчас, в рамках сегодняшнего выступления, я тоже хотел бы вспомнить об этом дуэте с большой благодарностью и любовью. И спеть песню, которая, ну знаете, вот осталась на долгое время после того, как этот дуэт уже не стало, уже существует много-много лет, но песня живет до сих пор, и изредка я ее пою, потому что знаю, что ее любят, ее хотят услышать, и площади большие. Я вместе с зрителями хором пою, так, чтобы в окрестностях было везде слышно. Так вот, сейчас тот самый момент, я уверен, что вы меня поддержите, что вы помните эту песню и споете ее вместе со мной громко и со смыслом. Ага, размечтался. О, Боже, дай мне сил. Спасибо, друзья. Ну а теперь в нашу и без того прохладную погоду добавим еще немного снега. Наверное. Какие же вы сегодня громкие! Вау! Вообще, на самом деле, с Беларусью у меня очень много связано. Могу сказать, что последние две премьеры моих больших шоу, концертных программ в 2008 году и... О, господи, восьмом, в 2018 году и вот в 2022, они проходили, большие премьеры проходили в Беларуси, в Минске, мы премьерили шоу. И вот, собственно, всегда нас так здорово встречала Беларусь, в частности, Минск, в котором мы премьерили наше большое шоу, что потом, в течение двух лет, очень успешно
гастролировали по нашей стране, по России. И, в общем-то, недавно, в 2022 году, мы примерили шоу «Я не боюсь», и с ним на гастролях. Я уверен, что мы приедем и в Витебск, может быть, в следующем году с этим шоу. Потому что сегодня выступление немножко другого характера. Это больше такой вот open-air, концерт, а шоу «Я не боюсь», оно требует немножко других технических моментов. Но я уверен, что обязательно в следующем году мы что-нибудь придумаем и покажем это шоу на сцене, может быть, в летнем амфитеатре вашего замечательного. Ну так почему я так говорю? Что обычно хорошо премьера заходит в Беларусь. Я вообще, конечно, вообще не планировал. Что, сейчас премьера будет? Ничего премьерить. Но с другой стороны, как бы надо соблюдать традиции. Я недавно, дней 5 назад, да, если не изменяет память, выписал песню. Я дед. Правда, я не был. Не знаю, слышали вы, не слышали эту песню. Короче говоря, я ее ни разу не пел на зрителя. Я могу забывать слова, потому что это новая песня. Все бывает. Ну, ладно. Сейчас, подожди, морально подготовить. Дети, идите сюда, что вы там топчете? Премьера официальная, на зрителя. Мама, засними так в свете. Ну, давай подойдем. Ну, пошли. Нам должно быть видно. Откуда мы выступаем? Там не было никого. Не знаю. А что там? Какие-то танцы, дискотека. Диджей. А, диджей? Диджей в черном.